Короче, такие дела. 5 дней с Xiaomi Redmi, да? С Redmi 6. Вот. Вот как он снимает в самое неудобное время. На закате. И со стабилизацией. Вон уточка одинокая. Почему-то она не улетела и холодно. Или она болеет, стоит на одной лапке. Вот. Не шевелится, да? Больше уточек нету. Уточкам холодно, они уже улетели, уже было минус один, уточек нету. Вроде как. Вот как он снимает, короче, закат. Вот закат. А для видео без HDR, к сожалению, но тут оно и не надо, бесполезно было бы. В общем, я доволен, все быстро. Главное, зараза не разряжается долго. А где-то по 2 дня, да, то есть активного использования стандартного, где-то 3 часа разряжается, это за 2 даже. А за пару дней. Это очень хорошо, я прям не ожидал. Мне говорили, конечно, не лазить по болотам, но я порезу. Уж видите, какое что произошло. Я думал, кто-то водичку пьет. Водичку тут пьют лоси, да? Смотрите. Вот тут они сюда приходят и пьют водичку, потому что лоси тут бегают постоянно. Я уже 2-й раз вижу лосей, да? За это время, все время у дорожек, они постоянно убегают от меня. Не знаю почему. Это я их должен бояться, но они от меня убегают сами. Да, жалко, конечно, уточку. Что вот там он сидит. Ну, такая у нее судьба замерзнуть нафиг. Мало того, что мне нравится Xiaomi, мне и нравится он по дизайну. Не только по производительности, но и по дизайну. Я сделал в золотом цвете. Это вы могли бы видеть в предыдущем видео, если смотрели, да? Вот, офигенно, да? Все, да? Конечно, стабилизация тут жуткая. Мне стабилизация не нравится, она шибко сильная по своей сути. Я как-то не очень к ней отношусь. Но вот, офигительный смартфон, офигительная осень. Все хорошо, да? И дед такой, например, на колесе проехал. Когда я ехал, не знаю, он быстрее велика моего ехал на моноколесе по лесу. Это удивительно, да, как так можно. Потому что моноколесо не для таких коряк. Вот по такой дорожке он ехал на моноколесе. Вот, это вообще дичь какая-то. Я бы 100 раз навернулся. А ему все равно, он шлем надел, даже не, равновесие не потерял. Наверное, готовится в цирке работать. Потому что ну, иначе никак, да. Иначе никак. Ну, из удивительного, да? Вообще не разряжается. 3000 аккумулятор. О, мышка бегает. Да, мы уже покажем. Вон она под бревном. Или мышка, или джунгарский хомяк. Время проверить увеличение. Работает. Вон она. Вон она. Это мышка. И увеличение офигенно работает. Жаль, она на стабилизацию накладывается. И фигня-то получается в итоге. Вот. Лучше я о таком даже не мечтал, о хорошем смартфоне. Но получил его. Удача, да? По болотам шастает мышка. Вот туда уж прибежала, по бревнам туда. Как бы и лось не задаю, который тут близко бегает в кустах, где-то шуганулся от меня. Но он явно сюда подходил. Потому что они не люди же сюда пролезли, да? Не байкер же сюда пролез. Тут лось пролез и свалился тут. Сидел у ручья, лакал воду. Может, не один. Не один, 2 лось. Вот здесь вот. Ладно, короче, домой.